Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня вы видите красоту неописуемую. Это старая основа от стула. Вот, видите, тут кто-то что-то пытался ремонтировать. Вот. Теперь что еще тут? Так. Видите, он поворачивается. Какие-то досточки тут подкладывали туда-сюда. Но единственное, что стул как бы может вертеться, и все. Вот из этой дребедени хочется сделать стульчик. Стульчик сегодня я попробую делать из бетона. Для начала что делаем? Для начала вот это выкрутим шурупы, снимем вот эту пластмассу, посмотрим, какая основа, зачистим ее. Ну и потом будем думать дальше. Друзья, что нам понадобится? Вот я нашла вот таких два куска сетки. Вот, вот второй кусок. Сейчас я сделаю обвязку вот этого, этой сидушки. И затем вот такой нашла тазик. Я, значит, по форме дна сделаю вот именно сидушку. И сюда на дно сначала залью чуть-чуть цемента. Затем стул переверну кверх ногами. И остальное покрою цементом всю эту сетку. Ну, сейчас начну сооружать вот эту конструкцию. А потом вам покажу, что из этого вышло. Друзья, часа два я мастерила эту странную конструкцию. Но факт то, что смастерила. И теперь она у меня заходит в мой тазик. Теперь я спокойно, можно спокойно уже замешивать бетон и ставить в раствор. Ну вот, залила, наверное, сюда сантиметра 3-4 раствора. Сейчас сюда поставлю кверх ногами свою конструкцию. Вот так я поставила. Надо немножко потрясти, потому что там в середине была выемка, чтобы она хорошо туда как бы зашла. Так. Ну и теперь можно дальше закладывать раствор. Ну, одной рукой снимаю, другой рукой закладываю. Уж извините, такой тут фильм получится. Треноги сейчас с собой нету. Так, сейчас выложу все, потом попробую. Ну вот, раствор я вылила весь, но мне кажется, что раствора маловато. Видите, вот здесь еще торчит, это как бы мой корпус, поэтому срочно нужно замесить растворчик хотя бы еще половинку от этого количества. Ну, не знаю, вот так вот залила, потрясла капитально тазик, немножечко там как бы постаралась выровнять вот эту ножку. Ну и все, больше я ничего пока сделать не смогу. Ставим застывать этот цемент, посмотрим, что будет завтра. Друзья, прошли сутки, теперь попытаемся перевернуть и вытащить вот эту ножку из таза. Посмотрим, что получилось. И вот, друзья, что получилось. Этот стульчик я еле перевернула. Он, наверное, весит не меньше 20 килограмм. И вот эта вот заливочка, наверное, сантиметров 7. Ну вот, немножко он какой-то косоватый получился. Не знаю, почему я выправляла. Но вот такая структурка симпатичная. Смотрите, какие краешки. Очень даже ничего. Видите, он крутится. Теперь я хочу, чтобы он просох. Я его покрашу. Надеюсь, что он будет служить долго. Друзья, стул постоял еще сутки. Я считаю, что он отлично получился. Теперь раскрасить его дело техники. Надо бы, конечно, ошкурить все это ножки посильнее. И покрасить красивенько. Ну, на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И пока-пока. Теперь уже на раскраске стула.